Пункт проката технических средств реабилитации работает на базе Камчатского дома ветеранов с 2012 года. Ежегодно более 500 жителей Камчатского края пользуются нашими услугами. В пункте проката можно взять во временное пользование санитарно-бытовые средства, средства для передвижения, реабилитации и ухода. Дополнительно, при необходимости, медицинская сестра осуществляет индивидуальный подбор технических средств реабилитации, а также обучает правильному их использованию. Выдача технических средств реабилитации осуществляется бесплатно на основании заявления и пакета документов, поданного в Камчатский дом ветеранов. Получить консультацию можно по телефону 27 27 11.